Ребятки, аккаунт бокс, тут подарки. До следующего подарка, походу, все закончится. Аккаунт Леон принимали, потому что аккаунт назывался по-другому. Тут подарков куча, миллион просто подарков. Еще подарки я еще здесь даже... А, нет, Морчица забрал. Морчица здесь забрал, Морчица, да. Тут здесь кредиты за сезон, за новый. Ёпта, здесь, ребятки, еще квестов уже полным-полно новых. Ох, ребятки, блин. На самом деле подарков в последнее время стало очень много, это плюс. Для новичков и для игроков, которые долго уже играют. Давайте заберем с вами подарки. Вот это пельмешки, вот там хромокредиты. Очень долго на самом деле грузится, меня это бесит. Потому что раньше было быстрее все это. Кредиты 100 штук давайте. И тик разблокируется. Тик, ребятки. Уже за один видосик 2 бойца, ребятки. Хотя бы уже будет несколько видосиков, фиг знает. Либо я сделал нарезку. Либо я сделал нарезку прям большую. Часовую или двухчасовую. Либо я сделал просто несколько видосов коротеньких. Так, ладно, я им уже убрал, давайте возьмем бо. Ладно, гемы, монеты, блинги, это херня. Мне интересно, больше, ладно, потом эти монеты заберем. Давайте с вами заберем редкий сардроп, мне интересно, что из него выпадет. Ну, конечно, редкий, говно, конечно, но вдруг, не боец редкий. Не, бро, монеты падают, монеты, везде монеты. 7 голды на этом аккаунте, блин. Давайте тогда одну катку тоже выиграем на этом аккаунте. Возьму, я не знаю кого. Я бы сыграл бы за Морчица. За нового бойца на этом аккаунте. Прокачаю его пока немного. Чё бы за Морчица вроде не сыграть, да? Да. Я бы, конечно, могу по 8 каток выиграть на всех аккаунтах. Но мне, ребятки, по 8 каток лепится выиграть, потому что... Ну, можно, конечно, но... Не знаю, мне кажется, смысла особого нету. Что больше наград. Вот ты будешь, бро, все катки выиграть или где-то не все? Просто все, на всех... Просто у меня, бро, аккаунт больше, чем у тебя, например. Мне просто лень будет на 10 аккаунтах выигрывать на всех аккаунтах, блядь. На 10 аках, блядь. Ну... 80 катов играть, не будет лень, понимаешь? Это будет лень. Потому что если выполнение на тренингах, надо какой-то вот, типа, не все тренинги, а типа... За да, ну да, я на всех буду только по одной катке, потому что мне лень, ребятки, реально играть 8 каток. Ну, не обессудьте, мне лень как-то. Блин, я привык к тому, что у меня на основе Мортис фуллоу, и... Не фуллоу, а Мортисом тяжелее играть. Честно говоря. Может, фуллоу, Мортисом попроще. Сахарную катку как вырвем, и два стрижопа, блин. Ну, такое, ребятки, мне кажется, бывает только раз в жизни. Раз в жизни Brawl Stars такая херня, то что, блядь, сразу и... Двойные стардропы, блин, и подарков миллионы, да? Куча подарков всяких, блядь. Так еще и лям гемов бесплатно, возможно, кто выиграет, блядь. Так что, ребятки, я надеюсь, что, знаешь, вот даже если они выиграют, то хотя бы человек, который выиграет, он лям гемов попросит. Прикинь, если он скажет, типа, мне лям гемов не нужны, блядь. Разыграйте их... Не, если он скажет, типа, разыграйте между всеми, тогда это будет респект. Но если он скажет, типа, дайте мне там миллион голды, я скажу, ты долбоёб. Потому что нахуй не миллион голды, когда тебе, блядь, миллион гемов, ты на них сможешь не миллион голды купить, нахуй. Да. Ладно, без другой аккаунт.